Подрядчик все хотел все-таки сам освоить эти средства, но у него не получилось. Поэтому в подвешенном состоянии остались 200 миллионов рублей. Но тем не менее, мы переговорили, возможность такая есть еще за оставшийся месяц поработать усиленно. Задача, я с телефона прямо звонил дорожникам, понимание тоже есть. Но я думаю, что еще будет встреча у нас в ближайшее время с министром транспорта Соколовым Максимом Юрьевичем.